Комиссия вообще разношерстная, скажем, с разных сфер, с разных организаций и вообще люди независимые друг от друга. В первую очередь мы проводим подсчет корешков, которые свидетельствуют о том, сколько бюллетеней выдано. Ведомости в списке считаем ведомости и сверяем с количеством корешков. Следующий этап мы считаем неиспользованные бюллетени, то есть те бюллетени, которые остались, а которые люди не прошли, соответственно, мы их будем подсчитывать, чтобы получать разницу и удалять. Два испорченных бюллетеня, получается, люди проголосовали, но подошли и сказали, один оборванный получился, порвался во время выдачи, второй бюллетень, что плохая была печать, поэтому не действительно, поэтому эти бюллетени... Списанные, получается, каждый клиент написал заявление, подписывается акт списания. Куда вы обращаетесь? К какому руководству? Руководство по выборам сегодня. То есть вам нужно найти именно те конкретные, да, два? То есть не какие-то любые, просто два выпуска? Они у нас есть по номерам. Значит, правило, значит, отметка должна быть одна, все спорные, получается, недействительные. Две отметки, не одной отметки, эти все бюллетени идут в третий раздел недействительные. Значит, давайте определимся, значит, правая сторона будет, значит, Порошенко, левая Зеленский. Спасибо. Так, начинаем, значит, Зеленский. Порошенко. Зеленский. Комиссия сработала очень хорошо. Мы посчитали все, да, были ошибки, как бы, но это все человеческий фактор. Это вы сами видели. Разбираемся по ходу действия, со слухами. Все же нельзя, как говорится. По процедуре потом вызывается машина с милицией, которая охраняемая, приезжает специальная. Это все грузится в белый мешок, единый все, вся документация, и отправляется на ОВК. Там живая очередь, приезжают все комиссии, получается, люди сдаваться. Комиссия проверяет, если все там сходится, голоса сходятся, все принимается, это, и после этого все отправляются по домам.